Экс-глава управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков, задержанный в пятницу сразу после отставки и обыска, подозревается в махинациях, ущерб от которых превысил 23 миллиона рублей. Материалы, поступившие в суд, указывают, что Барабанщиков обманным путем добивался победы комбината социального питания Красносельского района в конкурсах с наиболее выгодными условиями, сообщила в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Из материалов, поступивших в суд, следует, фигуранты совместно с иными лицами, в том числе и с сотрудников АО «Комбинат социального питания Красносельского района», действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 10 августа 2020 года совершили действия, обеспечивающие победу общества в конкурсах с наиболее выгодными условиями и наименьшим снижением начальной цены контракта, в том числе, в конкурсе, проводимом Комитетом по государственному заказу СПБ, путем обмана членов комиссии, указав в заявке недостоверные сведения о наличии в штате сотрудников, которые фактически отсутствуют, говорится в сообщении. В результате комбинат заключил контракты на организацию питания в общеобразовательных учреждениях Пушкинского района и извлек доход на сумму более 167 миллионов рублей. Фактическим победителем в конкурсе должно было быть признано АО «Столовая номер 14» с ценовым предложением в 143,5 миллиона рублей. Алексея Барабанщикова задержали в пятницу сразу после увольнения и обыска. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Местонахождение денежных средств пока не установлено.